Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Логинов. Я представляю федеральную группу охранных компаний «Император». Мы впервые, у нас сегодня дебют такой своеобразный, впервые участвуем на Mapic. Тем не менее, как гости, уже давным-давно посещаем эту площадку. Сегодня такой дебютный наш выход. Ищем новые возможности для того, чтобы продвигать наши идеи, информацию о наших сильных сторонах на рынке. Нашими заказчиками являются очень крупные девелоперы, торговые центры, бизнес-центры. Ищем новые возможности. На сегодняшний день могу сказать, что замечательная подготовка вот этой площадки. Большое спасибо организаторам. Все очень комфортно, удобно. И я рассчитываю, что встреча на полях Mapic даст нам не только удовлетворение такое эмоциональное, потому что встречаешь здесь людей, с которыми знаком не первый день, не первый год. Очень приятно видеть знакомые лица. Да? Но и даст определенную конверсию с точки зрения коммерческой составляющей нашей деятельности. И тогда у нас будет в том числе, извините за иронию, возможность еще раз принимать участие в этих мероприятиях, потому что они не бесплатны, в конце концов, правда же? Пока возьму паузу. Может быть, есть какие-то уточняющие вопросы? Да, мы, наверное, можем помочь нашим зрителям поскорее найти вас, потому что охрана – это такая вещь, которая требует индивидуального подхода. У каждого заказчика свои задачи, у каждого ритейлера, будь он похож на своего конкурента, все равно какие-то специфические запросы. Поэтому, конечно же, ваша консультация будет обязательна. Расскажите, как вас найти поскорее? Смотрите, нас найти легко. Мы здесь недалеко на стенде Е9. Вывеска называется «Mall Expert». Мы на партнерских началах сотрудничаем с этой организацией. С точки зрения консультации, наш офис находится в Санкт-Петербурге, но филиал здесь находится в Москве на Большой Лубянке, 16. Компания «Император», достаточно она медийна на сегодняшний день в интернет-пространстве, можно найти совершенно спокойно, мои контакты в открытом доступе находятся. С точки зрения встречи, возможности, в столице я бываю там 2-3 раза в месяц, из Северной Венеции приезжаю сюда по делам, поскольку центры принятия решений, они в основном в Москве находится. И наши партнеры, офисы наших партнеров ключевых находятся именно в столице. Поэтому вот волей-неволей, благодаря Сапсану, я здесь частый гость. И в очередной раз я рад тому, что достаточно гостеприимная обстановка здесь на выставке. Все действительно очень удобно и комфортно здесь работать. Большое спасибо еще раз организаторам. Спасибо вам большое за такие приятные слова. И надеюсь, наша выставка будет вам полезна. И главное, будет полезна вашим клиентам. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо.